Всем привет! Меня зовут Антонина, я руководитель компании «Территория ландшафта». Сейчас мы находимся на одном из наших объектов. И здесь применен такой прием, о котором я сейчас хотела бы рассказать. Все мы знаем, что, наверное, самое дорогое в ландшафте – это растения. И зачастую у заказчиков уже не хватает бюджетов на какие-то красивые сразу декоративные растения. И мы выходим из ситуации таким образом, что используем растения мелкие на разрастание. На этом объекте именно, в принципе, такой случай. Вот, собственно, у нас использована эрга. Всего лишь там 1,5–2 метра высотой. У нас использованы дерны совсем небольшие, 60-80 сантиметров высотой, небольшие елочки, небольшие мелкие кусты. И в итоге все равно, в принципе, вид получается, в принципе, все равно декоративный, но все понимают, что через пару лет, когда это все разрастется, вид будет уже гораздо более презентабельный, классный. То есть в ландшафте как? Либо деньги, либо время. Если есть деньги, то можно здесь и сейчас получить, в принципе, красивый уже ландшафт, красивую картинку. Если бюджет ограничен, то стоит тогда дать этому время и за пару лет получить, в принципе, красивый сад, при этом не сильно потратясь по бюджету. Вот такие приемы иногда используем, в частности, на этом участке.